Дом номер 86 по улице Советская в Инсаре начали возводить в апреле прошлого года. Чуть больше, чем за год, на глазах у местных жителей выросло трехэтажное здание. 24-квартирный дом строили оперативно, ведь он должен принять переселенцев из трех аварийных домов. Это самые первые дома, практически, которые были построены в Инсаре. Это на улице Советской два дома и на улице Мира один дом. Новоселье готовится отмечать 40 человек. Осталось только завершить благоустройство, и до 15 июня объект будет сдан. Новые квартиры уже ждут своих хозяев. Владимир Чебиркин лично осмотрел дом и убедился в качестве выполненных работ. Участие в программе переселения из ветхого и аварийного жилья администрация Инсара планирует продолжить. Вскоре будут подавать еще одну заявку. У нас еще признаны до 2017 года еще два дома, которые должны войти в эту программу. Там где-то у нас человек 20 квартирные, чтобы все переселились. Это где-то 32 человека. Еще один животрепещущий для населения вопрос – дороги. Их в районе постепенно восстанавливают. В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали участок пути Инсар-Кочетовка-Лухминский Майдан протяженностью в 1 километр 600 метров. Уже завершается укладка асфальта, осталось сделать отсыпку обочин и провести благоустройство. Срок сдачи объекта – ноябрь 2023 года, но ремонт идет с опережением графика. На этом дорожной работой в Кочетовке не закончится. Еще по улице Молодежная, здесь будет проходить тоже капитальный ремонт дороги. Протяженность этой дороги около 300 метров. И по программе комплексное развитие сельских территорий. Уже подрядчик определен, контракт заключен. В самое ближайшее время начнутся работы. Здесь же, на улице Молодежная, вскоре появится новая детская площадка. В рамках программы комплексное развитие сельских территорий будет установлена детская игровая площадка современная. Стоимость этой площадки около 800 тысяч, 30% здесь, как все уже мы знаем по этой программе, это внебюджетные источники. Ну вот, в самое ближайшее время, то есть до конца июня, будет уже все, площадка установлена, оборудование закуплено, завезено. Убедился Владимир Чебиркин и в доступности медицинских услуг. Кочетовский фельдшерско-акушерский пункт в здании местного дома культуры открылся в этом году. Пациентов там принимает Валентина Донина, уроженка села. Жить и работать на малую родину она вернулась из Москвы. Воспользовались программой «Сельский фельдшер»? Ну, не до конца еще. Готовим документы, так сказать. Готовите документы. Вы знаете про эту программу, можете получить субсидию. Оформляйте. Это очень хорошая программа. «Сельский фельдшер» может помочь. В этом плане. Качеством медицинских услуг местные жители довольны. В новом современном ФАПе для заботы о здоровье населения есть все необходимое. Ирина Семенова, Александр Овчинников, «Народные новости», Инсарский район.